тысяч подписчиков! Давай, Саня, напиши. Напиши на этом. Что? На песке, вот так, чтобы я, чтобы вот так, как я тебя снимала, чтобы было видно. Нет, не в ту сторону. Короче, мы приехали к морю вчера. Очень у нас трудная была дорожка. Мы ночью вообще уже приехали. Так что, спасибо вам, что вы нас смотрите. Язык заплетается. Мы на море, в Паланге. С нашими вот этими вот давай, атрибутами. Давай, напиши на песке красиво вот так 50 так тысяч. Нет, ты написала в другую сторону. Я вот так же тебя снимаю. Вот, молодец. 50. Вот, молодец. Супер, Саня, поздравляю тебя. Дай 5. Молодчинка. Так я тебя тоже поздравляю. О, пипи, пипи. Пипи, пипи. Сейчас. Go, Саня, go, беги. Go. Беги. Беги быстро. Ну что, короче, приехали к морю. Погода, конечно, очень хорошая, тепло. Где ты тут? Где ты, мое золото? Где ты тут? Ну не лай, иди ко мне. Хорошая, хорошая девочка. Давай, Саня. Тут... Саня, конкуренты пошли. Людей очень много понаехало. И все, знаете... Знаете, что делают все? Все как бы хотят поймать лето немножко еще за хвостик, да, Саня, скажи? Потому что уже все, последние деньки, еще говорят, вот вся следующая неделя такая будет теплая. Ну вот мы тоже приехали немножко. На, посмотреть, что тут за бабье лето. Еще 50 тысяч, и у нас будет золотая кнопка. Серебряная кнопка, простите. Давайте постараемся 55 тысяч набрать очень быстро. Ну, я надеюсь, что они наберутся у тебя сейчас быстрее. Уже как-то, знаешь, может, быстрее, да, Саня? Ну, да. Ну, а вообще-то, разве в подписчиках... 5 ну, этих лет почти. Ужас! Да, сколько твоя... Вся, Саня, детство, все прошло. Я уже не знаю, что на день рождения, не день рождения, а на Новый год буду просить. У Деда Мороза? Ну, что ты будешь просить? Угадай из 3 раз. Ну, я даже не представляю. Новый телефон? Yeah. Да, какой хочешь? Какую Samsung модель? Ням-ням 40. А, 40. Как у... Ну, короче, ты поняла. Я поняла. Как, Арка, ты пойдешь теперь до машины? Как дойдешь? Я сколько раз уже? 2 раза ее несла, да, на руках? Все уже. Холодновато. Надо. Да, холодновато. Ну, я, наверное, сейчас буду выключать понемножку, мы потом продолжим, я так надеюсь. Ну, да, сделаем такое думаю, обозрительное сегодня. Поедем потом на великах еще кататься, да? Смотри, сколько чая. А, они там кормят люди их, да, наверное? Ну вот, море, море, море. Ну тогда, Саня, что, не прощаемся, окей, да? Окей, окей. Ну вот, мы уже переместились. Мы уже переместились в центр города. Сейчас покажу, как сегодня много людей. Конечно, не летний сезон, очень мало столиков у кафешек. Сейчас. Вот так вот. Не могу даже, подождите. О, часы хотя бы уже есть, поставили. Саня, сейчас я покажу. B22. Ау, мама. Сори. Подожди. Вот так. Так. Сейчас поедем. Уточек покормим. У меня в рюкзаке пол этого батончика я взяла. Ой, какая красивая. Это на которой... Слушай, этот же дядя, он на шарманке играет, а это его, вот смотри, вот этот, вот видишь? Вот он на этой шарманке играет. И а эта собачка его, вот смотри, сейчас он, смотри, как, ой, как классно, Сани. Вот, смотри, сейчас заводит он свою эту шарманку. Как классно, давай послушаем. Видишь, как интересно. Ой, музыка.
такая. Ну вот как раз, слушай, поединок. Саня, можно вот так и лето уже кончить. Что? Знаешь, такая музыка уже как бы под конец уже. Ой, она, видишь, как дрессированная, какая классная. Все делает всякие, смотри, как в цирке. Смотри, еще мячик. Сейчас она, смотри, как его красиво. Опа! Надо хлопать, да, за такие грунтасы. Ну что, поедем тогда дальше, да? Да. Наш экскурсия продолжается. Поехали. Трансформация наша уже у Берутиас Паркаса. Да. Мы приехали только что на велике в Берутиас Паркас и были очень так не особенно рады, потому что, если видите, встали специально у фонтанчика, который это тут... Бассейн, Сани, который... Летом очень красиво функционировало, было очень красиво тут. Видите, все цветы почему-то. Я вообще как-то первая осень, когда я так вижу, чтобы в парке вот так все уже, смотрите, сняли, совсем вырвали все цветы. Ну, да, красиво. И... Так, ну да. Да. Опа, Саня, молодец. А как мне теперь прыгнуть, ты не знаешь? Вот, смотри. Вот так я прыгнула. Ну давай, попрыгай. Сейчас приедут, нас возьмут. Ну давай, пошли туда. Поднимемся, покажем всю красивую, как всегда. У нас же, когда очень рано весной мы снимаем тут видосик, начинаем, да, привет, наш летний сезон открыт. А теперь что будем говорить, что сезон закрыт, потому что только сейчас. Нет, сезон так закрыт, но у нас сезон закрывается, наверное. У нас он никогда не закрывается. Да? Да? Ну все, я поняла. Значит, бесконечно, бесконечность. А я потеряла эту палочку. Что, потеряла? А нет, не потеряла. А ты помнишь вот этот вот лев, что тут стоит? Лев. Кстати, я как-то никогда не показывала и не говорила про него. Вы знаете, что этот лев с самого детства уже, наверное, я тут фотографировалась рядом с ним. Я наверное, тоже. Все вообще фотографируются рядом с этим львом. Ему лет так я не знаю уже сколько. Видите, какой красивый. Ну что, пошли, Саня, давай ступенечками. Ну что? А мы сможем завтра или сегодня поехать в слаймовый магазин? Не знаю, Саня, давай про это не будем, потому что мне уже... Саня, перестань. Пожалуйста. Давай не в видеороликах про это говорить. Пожалуйста. Куда пойдем? Давай сюда, там люди, не будем им мешать. А тут красиво вот сейчас. Смотри как. Фу, я устала как-то на этих великах. Ага. Ну, жарко, не жарко, но тепло так это точно. Папа. Ну что ты хочешь, октябрь, последние деньки, ты посмотри, плюс 18, вчера 17. Ярику. Ну, тепло. Ярику. Тепло, это жарко. Точно. Это как в этом, Китае или где-то. А почему здесь вот вырвали? Ну вот я тебе говорю, почему-то странненько. Все цветы вырваны. А пойдем на розы посмотрим. Нет, розы а так наверное. Тоже вырваны. Может, заморозки были большие уже в Паланге. Вот этот каштан. Помните, я вам летом показывала, какой он был весь красивый. Ему 150 или 200 лет этому каштану. И ни одного. Он самый старенький здесь из каштанов и вообще из деревьев. Его очень ценят. Видите, какой красивый. Каштаны уже, наверное, сани упали давно. Их собрали. Видишь, какой старенький. И роз, что ли, нету? Ну, давай пойдем посмотрим в розовый. А что это за машина? Рай. Это, наверное, те, которые работают тут. Люди ставят тут на паркинг и все. А как они сюда приезжают? Так есть вот там вот где-то дорожка, и вот они сюда и приезжают. Нет, не вырвали. Нет? Еще нет? Ну, давай пойдем. Там эта собака бесится.
Мы пока пришли с моря со своими этими толстушками двумя. С толстяками, наверное, так надо говорить. Это, ой, смотри, еще давай пойдем. Еще цветут, Саня, смотри, розы. Класс. Класс, Саня. А давай сфоткаем. Ну подожди, давай закончим съемку, тогда как я тебя сфоткаю, и камера у меня в руках. Так как, по какому принципу это все будет происходить, Саня? Ой, там как красиво играются люди с собачкой. Так я говорю, бесится. Смотрите. Везде стоят знаки, что нельзя с велосипедами, нельзя с собаками. И знаете, вообще, напрашивается всегда сейчас вопрос какой-то, знаете, почему? Это же все для нас, для людей, ну почему? Если аккуратно идти, если там, конечно, собачки бывают, там они за... Ну, и как-то молодец. Пачкают, да, что-то. Ну, так есть же мешки специальные для этого. Берешь, красивенько чистишь, идешь. Вот, видите, есть везде. И все, и мусорницы и выбрасываешь. Ну, почему нельзя? Это я вообще не понимаю. Вот я вот этих делов, мне как-то это все как-то очень не близко. Странненько. Да. Странненько. Да, странненько. Я так рада, что у нас 50 тысяч. Саня, ну да, это супер. Это классно. Ну что, тогда пока на этом. Нет, мы уже еще поедем. Так я говорю, пока тогда до следующей остановки, мы с Саней. Да? Ну вот, мы уже тут. Последняя остановка наша. Приехали уточки покормить. Уточек покормить, но которых нету, да. Зато есть другие тут всякие интересные. Уточки. Уточка одна. Смотрите, вот мальчик качается. Сейчас он... Ой, слушай, я на этой веревке сама бы покачалась там. Не боишься, Саня, упасть в воду? Так, все, совсем осенний такой пейзажик. Смотри, какие-то ягодки тут. Вообще осенний пейзаж уже. Все, утки все поплыли. Утром там про это лохнесское чудовище, ну там писали, что она умерла, вот которая здесь была. Помнишь? Что? Вот смотри, плывут, Саня, давай. Наконец-то. Ура! Все-таки мы их дождались. Они так паровозиком. На, бери батон. Батонович, бери. Вот, бери. Батонович. Угадай, что внутри. Подожди, Саня, не один какой-нибудь. Бери, я никак его не достаю. Вот. Достала? Ага. Приплываю. Наверное, голодные совсем они. Все. Бери. Угу. Три этих. Пять. Три мальчика и две девочки. Вот эти, что такие у них перья красивые, разноцветные. Это мальчики, да? Которые давай. Да, а вот там девочки две. А эти малыши, что были летом, они уже, наверное, давно подросли. Наверное. Ну да. А может, эти и есть, они же пятеро были. Ну тут мальчики, видишь, а там так были утята, они все там были такие. Ну хотя бы там не видно было, наверное, Саня. А как, вот этот какой красивенький, посмотри. Ну, вот вообще вот. Красивая. Красивая птичка. А у нас в холодильнике как раз... Мама! Вся утка. Саня не будет. Ну да. Ну сори, все. Ой, Саня, ну хорошо, корми тогда. Подожди, я сейчас выйду тогда как-то вверх. Не упаду. Нет, не упаду. Я просто хотела твоим подписчикам показать, как тут красиво. Люди тоже так с семьями проводят красиво время. О, ну как же без этого? Смотри, какие тут грибы еще какие-то растут, Саня. Вот тут какой-то, вот смотри, гриб. Потом вот там. Это так, наверное, поганка вообще какая-то. Ой, там их много. И вот, и вот. А я их сюда маню. Ай, ты хочешь, чтобы они на берег вышли? Ну давай, попробуй. Они выходят. Ты так думаешь? Одна так точно выходит. Давай, чтобы они увидели, что ты... Так они видят. Все, выходят, Саня, давай, выходят на берег.
Нет, они не ходят. Сейчас я их в рюкзак под ной и поедем домой с ними. Ну что, Саня, тогда давай, я прощаюсь. Ставим пока. Лайки, подписывайтесь, всем пока. Пока-пока и всем хороших выходных, Саня, да? Пока. Пока, Саня. Давай, бросай. Далеко, 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 далеко. Ну как он, как-то он не летит, да? Что? Кто не летит? Ну, Батонович. Батон Батонович. Смотри, мама, он сейчас. Ты покажи, покажи. Покажи, мама. Мама. Пойдем давай туда, Саня, немножко. А мы пойдем сейчас. Красиво. Очень. Какие насыщенные цвета, красивые, да? Угу. Скажи. Летом одна красота, осенью другая, Саня. Угу. Да? Море так красиво шумит отсюда. Ага. Ну, может, назад пойдем? Смотри, какая поганка. Ну, я хочу оттуда, вот там, там очень красиво видно. А мы не пойдем очень туда далеко. А я хочу вверх. Нет, нет, мы не пойдем вверх, потому что там, видишь, очень грязно. Я хочу этого мальчика показать. Ай, вот. Ой, ну тут высоко, слушай. Как он не... Ай, там грязно. Ага, ага. Ну вот, видите, когда родители детей без присмотра оставляют. Смотрите, чем дети занимаются. А если он упадет туда? Мы пришли, чтобы показать. И чтобы, если что, ему ручку подать. А хотя бы, хотя знаешь, он если упадет, там не глубоко, я так думаю. Уже стоит, сейчас ставим лайки, подписываемся и пока-пока, пока-пока.